Скажу щиро, что правы наемных працовников яны завсёды порушались. После 29-го декрета президента про контрактные системы эти правы стали порушаться еще больше. У нас есть свои представительства в каждом регионе, и там есть юристы. Працы у юристов хапая. Яких ты не був посаду рабочий не носил, ты 6-й, 7-й разряд. Может, ты потребен этому предприемству. Но коли ты сегодня являешься неформальным лидером, ты первый на вылет, коли люди будут питания типа заробку, типа умовах працы, мы готовы им допомогчи. Просто допомогчи, хай они не уступают, не будут сябрами нашего профсоюза. Сегодня у белорусскую экономику, на жаль, не идут замежные инвестиции. И тому, что порушаются правы працовных и профсоюзов. А коли наш президент говорит, что идите до нас, у нас вельми добрые профсоюзы, и они вельми добро мовчат, и мовчат вельми долго, а будут говорить тогда, когда я скажу. Вот прикладно так. Хай улады и питанием этим не думают, чему это люди решают, выходят из официальных профсоюзов. Что дотычется еще и политвязня, это так само отбывается на экономике. И скажу, когда были народные эти сходы, что мы робили по осени, и спочатку у потребованиях до улады не было пунктов по политвязням. А лишь когда пошли людей брать подписи, люди сами задавали питание. А как с политвязнями? Чему тут нема этих потребований? Я думаю, что режим так само ведает, что все кончается.